Здравствуйте, хочу вам представить платье «Лето Швейцария». Информацию о лото можете посмотреть под этим видео. Будет очень много красивых платьев. Вот такое платье розовенькое, размер M, L. Размер S, летнее платьишко, прекрасное. Смотрите, какое оно красивое, в отличном все состоянии. Платьишко, смотрите, какое с ажуром, S-очка, вообще прекрасно. Я пока смотрела эти вещи, это вообще просто что-то. Платье длинное, летнее, мягкая ткань, тянется приятно. Такое удлиненное платьишко. Вообще класс, расцветка огонь. М размер, платьишко М, такое пошире, свободненькое, без дефектов. Все платья идеальные. Такое платьишко удлиненное с пояском. Очень красивое, снизу подклад, цветочек. Вот такое платьишко XL. Тоже, смотрите, с пояском, который пришит, укороченная, как туника. Вот такое платьишко на заклепочках, карманчики здесь, заклепочки. Я считаю, что очень красивое. Дальше платье. Такое средней длины, черненькое, черное с белым, в отличном состоянии. Дальше платьишко на одно плечо и один край удлиненный немножко. Хорошее, красивое платье. Так, дальше платьишко H&M, 38 размер. Тут немножко такая вот резиночка притянутая, подтянутая. Made in Italy. Платьишко тоже очень интересное. Ткань блестит. Я считаю, что на лето очень красивое. Все платья очень необычные. Комбинезончик, смотрите, здесь шортиками, здесь стянуто на талии. Очень красивое. Платьишко летняя бежка. Размер 28, тоже такое удлиненное. Тоже очень красивое. Платье белое. Бершка. Вот, наверное, совсем на маленький размер. XS. Вот такое летнее платьишко. На бретелечках, на лямочках. В идеальном состоянии все. Комбинезоны. Будут комбинезоны. БПК. Размер 40. М-ка. Немножко приталенная. Здесь карманы. На поясочке шнуровочка. Без видимых дефектов. Все в идеальном состоянии. Такое платье, рубашечка. ЭДК 34 размер, слегка расклешенное. Такое летнее платье с V-образным вырезом, размер М-ка, удлиненное. Такое вот коротенькое платьишко, S-очка, XS-очка даже, я бы сказала, без пояска только. Сзади вот такой бантик с рюлексом. Дальше вот такое платье летнее, очень тоже красивое. Жаркую погоду, само то на отдых. Вот тоже красивое платье. Здесь резинка вверху, оно удлиненное. Размер тоже примерно М-ка. Примерно все размеры S, M, L. Вот уже красиво. Очень смотрите, какие стразики. Оно такое легкое, как шифоновое, как шелковое. Прекрасно. Вот такое на шею с лямочкой. Тоже необычное, с сборочкой. Вот такое платьишко, просто черное обтягивающее платье. Вот такой комбинезончик, шикарный вообще, расцветка, качество, гипюрчик вот этот вверху, красота. Так, тоже платьишко. Платье, не платье, а комбезик, тут с резинкой вверху и штанишками по низу, снизу резиночки. Коротенькая туничка, размер 32, размер 44, такое свободное платье, свободного покроя. Так, размер 40, платье в звездочку, тоже симпатичное, такое леопардовое, смотрите, со стяжечкой. Снизу идет платьишко, не комбинезон. О, красивое какое, смотрите, платье. Нежно-розовая. Опять же, здесь есть вставочки для ремешка, но ремешка нет. В целом платье в отличном состоянии. Черное платьишко. Здесь можно подзатянуть вверху, если хотите, под грудью. Коротенькое платьишко. Смотрите, какое классное платье с солнышком. Стяжка на талии. Очень красивое, идеальное состояние.
на лямочках платьишко, размер самый маленький, наверное, XS. Дальше у нас опять комбинезончик идет, снизу штанишки в идеальном состоянии, на шею лямочка у него идет, бретелечка, платьишко черное, тоже гипюрчик по краям, видите? Дальше, о, смотрите, как классное дизайнерское платьишко, я бы сказала. Стразики такие красивые, все в меру. Оно длинноватое, будет ниже колена. Такое платье. Размер S-ка примерно. Тоже классный комбинезончик. Здесь снизу как шортики, а здесь идут лямочки. Вот такие вот кожаные. Тоже очень красиво будет смотреться на шее, голые плечи. Синее платьишко, приталенное, на замочке. Такое вот платьишко. Не знаю, для дома или для улицы. Открытая спинка. Дефектов нет. В хорошем все состоянии. Так, дальше Made in Italia. Такое удлиненное слегка платьишко. Красивый коричневый цвет. Такое платье здесь, как блузочка сверху голубая. Снизу как юбка-карандаш. Очень хорошо и удобно. Так, эмочка размер. Очень красивое летнее цветастое платье. Так. Не пойму, вот здесь или это рисунок, как-то странно, какие-то полоски есть. В целом хорошее платье. Здесь тоже, смотрите, как блузочкой, юбочкой. Хорошо, одел, и наряд готов. Платьишко летнее белое на бретелечках, размер эсочка. Платьишко размер эмочка, очень красивое, смотрите, воротничок, не надо никакой бижутерии на шею. Здесь небольшое пятно, а нет, вру, это не пятно, это этикетка. В целом, как шелковое такое платьишко, такое мягкое, приятное. Дальше платьишко красивое, это комбинезончик с шортиками снизу. Здесь тоже, опять же, не надо никакого украшения, здесь как деревянные камушки вместо бус. Вот, какое нежное красивое платье, с резиночкой по талии, чуть ниже груди, вернее. Небольшое есть пятно желтенькое, и вот здесь, не знаю, стирается, нет, платье длинное, очень красивое. Небольшие, как будто бы вот здесь еще есть полоски, следы грязи, может быть, при транспортировке. Тоже красивое платье, смотрите, опять красивое место бижутерии. Вверху уже все за вас продумано, длинное платьишко. Дальше длинное есика платье вот с таким вот бантиком спереди. Не знаю, куда это, на выход или только по дому, непонятно. Платьишко тигровое, леопардовое, с этикеточкой. Кстати, многие платья с этикетками, это говорит о том, что они новые. 38 размер платьишко. Немножко грязь какая-то есть, как будто следы какого-то клея или дезодоранта, непонятно. В целом платье очень симпатичное. Дальше платьишко, туничка, размер L-ка. Разноцветное платье. Еще платьишко, очень красиво будет смотреться утонченно на шее с бантиком. Размер дальше 2XS, тоже симпатичное платье. Бенетон, беленькая, XS-ка примерно, размер, кружево красивое. Такое платьишко, смотрите, легкое, летнее, свободное. Такое красивое тоже платье, можно как вечернее одеть, но единственное, здесь вот какие-то потертости, не пойму, то ли вкрапление пыли, что-то какая-то сирота, серость. Такая красивая туничка или платьишко, рукава колокольчиком, очень легкая, приятная на ощупь. Вот такая мятая, правда, кофта, поэтому смотрится не совсем презентабельно. В целом состояние, качество хорошее. Дальше платьишко, сзади интересно так перекрест на спинке, свободная, легкая, мягкая. Такое платьишко на бретелечках. Как под джинсу, симпатичная, размер S, M, XL размер, я бы сказала, что это размер S, M, со стяжкой на талии,
черное платье 38 размер, зеленое платьишко, опять же с камушками, очень красивое, пятен не вижу. В целом состояние хорошее, платье длинное, можно на выпускной, на какой-то праздник одеть его. Дальше платьишко не такое длинное, с пояском на талии, летнее. О, горошек. Горошек классика, тоже красивая. Размер эсочка. Дальше платьишко H&M на бретельках, 40 размер. Хлопок, чувствуется ткань хорошая. XL размер платьишко, тоже с пайеточками. Такое свободненькое, красивое. Дальше комбинезончик, красивый тоже. Интересно, тут на шее, видимо, или сзади делается еще как бусы. Черное маленькое платьишко. Размер SM в хорошем состоянии. Летнее такое платьишко с рюлечками, с такими на плечиках. Тоже комбинезончик. Очень красивый, как шелковый, приятный на ощупь. В летнюю погоду очень хорошо гулять по морю, возле моря. Так, размер L-ка. Ну, на любителя, я бы сказала, такое платье, но очень красивое, качественное. А дальше смотрим, что у нас. Очень приятная плотная ткань. Размер SM на замочке сзади по спинке. Такое свободное платьишко. Тоже оно как шелковое. Может быть, оно даже для дома, может, на выход в жаркую летнюю погоду. Очень красивый цвет. Стразики, пайеточки. Но единственное, здесь пятно. Пятнышко желтое, возможно, оно стирается. Платье длинное, красивое. Летнее, опять же, платье удлиненное, без видимых дефектов. Очень приятное на ощупь. Дальше смотрим. У нас платьишко тоже очень интересное. Очень приятное на ощупь. Размер M. Такое цветное платье. Красное платьишко, приталенное. Очень красивый нежный голубой цвет. Размер L-ка. Хлопок. Чувствуется ткань хорошая. Тоже такой вот комбинезончик. Черный верх. Такие вот штанишки. Приятная на ощупь. Красная в горошек платьишко. Вообще горох, я считаю, что всегда актуален. Очень симпатичная. Хлопковая ткань хорошая. Комбинезончик. Опять же, тоже очень удобно. Никаких маечек, шортиков одел. Один комплект и пошел гулять. Вот уже платьишко. Там снизу подклад. Тоже очень красивое, гипюровое такое. Такое оригинальное платье. Размер S-очка. Вот тоже красивое платье. Для отдыха подойдет не платье, а комбинезон. Наверху закрепляется вот таким ремешочком. Штанишками идет. Платьишко летнее. Тоже платье. Туничка, больше даже туничка. Вот небольшая полосочка какая-то есть, немножко нитки торчат. В целом платье хорошее, размеры M, SM дальше размер. Приятное на ощупь, можно как для улицы, так и для дома модничать. Приятное хлопковое тоже платье, красивое. Тоже легкое, приятное, как туничка, платье. Вообще вся ткань, все платья очень мягкие, эсочка размер, приятные, качественные, нигде нет почти зацепок, ни грязи. Так, это 40 размер, тоже платьишко, полосатое платьишко, размер эсочка, такое вот красивое платье на выход, с гипюром, такое легкое платьишко, хоть для дома, хоть для выхода в жаркую погоду. Тоже очень легкое воздушное платье, такое нежное. Еще и мало места займет в шкафу. Так, мои платьишко с резиночкой внизу. То есть по ножкам будет затянуто. Так, это у нас с птицами очень красивое тоже платье. Размера L-ка. Дальше у нас длинное, нет, короткое платьишко, вру.
такое вот платьишко красивое с цветами. Размер SM. Самый ходовой размер. Так, H&M. Дальше у нас XS. Очень красивое платье. Длинное. Дальше легкое такое шелковое, тоже воздушное платье. Черное платьишко. Наверное, больше для дома, можно и для улицы. На отдых само то все платья. Размер M. Полосатое. Морячок. Синее платье. Нет, не платье, это больше туника. Подойдет со штанишками, с юбочкой, с брючками. Беленькое со стяжкой на талии. Размер 42. Тоже платьишко такое легкое, на бретелечках. Цветы. Платье цветы. Размер 42. И еще один комбинезончик. Сверху черный, снизу за брючки. Мы уже такой видели. Очень тоже красивый, приятный, качественный. Спасибо за просмотр. Всего хорошего.